мы хотели отойти от канона классической хореографии и создать оригинальный номер с элементами современной хореографии. Я очень долго искала вот эту необычную пластику, нечеловеческие изломы, движение глаз, повороты головы. Егор все понял, а я ничего не поняла. Расскажите мне, пожалуйста, сюжет этой истории. Не все так, как нам бы хотелось, но это стимул двигаться дальше. Мы готовим номер стилистический. В нем есть элементы джаза, элементы модерна, элементы джайва, элементы рок-н-ролла. Бум, шу, чу-чу-чу. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Во время репетиции у нас происходят некие сложности, поскольку нет, например, четкости, резкости в движениях, то есть того, чего, собственно, этот жанр требует. Там больше такого грубого и легкого состояния. Его сложно достичь именно вот с балетной подготовкой. Все мышцы, они в жестком тонусе, и из-за этого как бы получается, что сложно расслабиться. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Быстрее, быстрее! Не боимся экспериментов, готовы пробовать новое. Мы танцуем в кедах. Друзья, ну, аллилуйя, номер собран.